18 марта 2014 года Крым и Севастополь вернулись в состав России, вновь стали российскими регионами после проведенного на полуострове референдума. Это стало поистине историческим событием. Так «Крымская весна» пришла и в Щелково. Здесь масштабно отметили годовщину. Жители Крыма и Севастополя добились исторической справедливости. Их выбор – быть частью большой многонациональной страны, где в мире, дружбе и согласии проживают более 190 народов. Все вернулись на свое место. Все. Ведь это родина наша. Какая же наша все-таки сильная Россия. Наш народ такой вместе соединяется. Так что все хорошо. Представители общественных, молодежных организаций, муниципальных учреждений, ветераны, люди разных возрастов собрались на главной площадке торжества. Ровно 9 лет назад крымчане сделали свой выбор. И сегодня сотни людей, жителей Щелково, собрались у Центрального дворца культуры, чтобы отметить важную дату. Здесь состоялся праздничный концерт. Для щелковцев и гостей города выступили творческие коллективы и солисты округа. Россия действительно великая страна. Крепкого здоровья всем, счастья, благополучия и только вперед. Прежде всего жителям Крыма, Севастополя, уверенности в завтрашнем дне. А Крым развивается, и мы все это видим. Отметить дату было важно и для молодежи Щелково. 9 лет вместе. Такую акцию в этот день провели активисты молодой гвардии «Единой России». Наши ребята-волонтеры очень активные на все такие значимые исторические даты. Мы организовываем акции. Ну и, конечно, сегодня они преисполнены патриотизмом и решили провести флешмоб. Молодогвардейцы пронесли по улицам города многометровый триколор. На своем маршруте активисты раздавали праздничные ленты горожанам. Шествие началось на улице Паркова и завершилось в самом центре Щелково, на площади Ленина. Анна Балиет, Игорь Поляков, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.